Он действительно один из лучших в мире. Наконец. Друзья, крутые новости. Нариман Курбанов завоевал золотую медаль этапа Кубка мира. Случилось это на втором этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии. Это серьезнейшие соревнования, где собрались 370 лучших спортсменов из 80 стран мира. Ведь это турнир, результаты которого будут учитываться в зачете при распределении лицензий для участия на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ну и наш алматинец Нариман Курбанов – это молодой спортсмен, один из лучших гимнастов Казахстана. Он известен на весь мир, ведь он придумал особый, практически невыполнимый для спортсменов мира элемент, который впервые исполнил на чемпионате мира в Монреале, а судьи присвоили этому элементу название Курбана. В 2023 году Нариман уже становился чемпионом этапов Кубка мира в Азербайджане и в Катаре, а теперь он стал лучшим и в Германии. Крутые новости. Жарайсен Нариман. Женис Куттубалсан. Алга. Казахстан.